Опасное лекарство обнаружено в областной детской клинической больнице. Факт выявили сотрудники Следственного управления Следственного комитета. По версии правоохранителей, в феврале текущего года в медучреждение поступил физраствор отечественного производства. После его применения у двух несовершеннолетних пациентов поднялась температура до 38-40 градусов. Заведено уголовное дело. Виновным будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следователям проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств приобретения и использования препарата, установление причинно-следственной связи между качеством препарата и ухудшением здоровья детей, а также установление иных обстоятельств, имеющих значение для предварительного следствия.